И вновь доброго времени суток, вещает канал Нокомис Парадокс, и это игра Resident Evil 7. Ту-дун-ту-дун-ту-дун. Куда? Ох, еб... Аккуратнее же надо, ну, мужик. Ты противостолбнечную прививку сделал. Наверняка сейчас всякой гадости себе поназаражал. Ух ты, трубочка. Возьми трубочку. Нет, она торчит из земли. Значит, не возьми трубочку. Между прочим, неправдоподобно. Мухи умудряются залезть в лампочку, даже если она полностью герметизирована. Да-да, говно. Знаю. И не в таком говне бывали. Ой. Как-то мне это не нравится. Давай-то я пойду. Слушайте, оружие есть? Чел, ты серьезно пошел без оружия в какой-то стрёмный дом, где пропала твоя девушка? Ты, блядь, серьезно? Да мать твою, серьезно? Нет, ты, должно быть, шутишь. Совсем, что ли, одурел? Ой! Здравствуй, чел. Как твои дела? Только не вставай, у меня нет оружия. Ла-ла-ла. Так, мы нашли веселенький подвал. О, да. О, да. Это нам будет весело. Ой, день. Сейчас будет скример, да? Ха-ха-ха. Что это? Ух, даже не кровать. Я вроде никакие твои тут не трогала. Что это? Наскальная живопись у них тут. Унитаз со шприцами. Артхаус прям. Коротко о медицине в наши дни, да? Мия, Мия. Теперь ее открыть надо. Что это? Блин. Так. Бен мертв, Хэролд мертв, Артур обращен. Точнее, Хэролд обращен тоже. Тамара обращена. Крейг мертв, Лейла мертва. Шон мертв, Уильям мертв. Трэвис обращен. Питер мертв, Андрей мертв. Кленси Л. Что значит Л? Что значит Л? Будем сражаться болторезом. Дайте пистолет. Ой. Смотри, что я нашел. Сайлент Хилл я нашел. Я нашла Silent Hill, и я этому не очень рада. Конечно, помню мою грандиозную, превеликолепнейшую, мать её, задачу. Мне хочется посмотреть. Тупик. Отсюда ползуны вылезут. Не, спасибо, я не хочу. Пока мест не хочу, мне рано. Крипты не работают, ползуны не работают. На. А вы в курсе, что мы отсюда не выберемся, да? Леди! Как ты тут? Мадам. Я нашел тебя. Это я, это Итан. Итан? Итан? Ты в порядке? Зря ты пришел. Да. О чем ты? Ты же меня позвала. Нет, нет, я бы не стала. Правда? Кто-нибудь тебя видел? Он тебя видел? Он? Кто еще здесь? Что происходит? Папочка идет. Надо уходить. Папочка. Надо уходить. Быстро.
Так, ладно. Минералка подождет. Ой, спокойно. Так. Ты меня ведешь? В безопасное место. Так ты скажешь мне, в чем дело? Тебя не было 3 года. 3 года? Что, правда, 3 года прошло? Да. Пошли, пошли, пошли. Раз папочка твой идет, значит, всю жопа скоро. Ты бы хоть фонарик выключил в твоем стрёмном подземелье. Как этот папочка сюда спускается? Что это за место? Что они с тобой сделали? Не сейчас. Сначала надо выбраться. Ага. А потом выйдет козяк, и тебя убьют, и мне никто не объяснит ничего, да? Да, конечно. Не истери, веди. А понимаю, что ты, блин, жертва местных крокозяк. И чем раньше мы отсюда свалим, тем лучше. Нам надо поговорить. Когда я увидел твое послание... Не я. Это не я. Но это была ты. Не я. Ладно. Ладно, ладно. Но что все-таки происходит? Я ничего от тебя не скрываю. Нам нужно сюда. Да-да, я знаю. Я уж тут была. Ну? О, очистилась. Мия, нам точно сюда? Они здесь приносили мне еду. Я вспомнила. А что ж ты это... Ты это ж все видела, да? Из своей камеры. Мадам! Мадам! Вот, пришли. Зря ты так радуешься, мне кажется. Мы на месте. Дверь открывай. Я помню эту комнату. Дайте автомат. Здесь должна быть дверь. Я уверена. Ее больше нет. Она исчезла. Исчезла. Да господи боже. Мы станем с ее, раз уж я здесь. Е-001. Здесь Е-001. О, куколка. Похоже на Мию, кстати, чем-то. Что ты, блядь, делаешь? Мия? Ну ладно, Мии нет, раз уж. Я пойду досмотрю помещение. Все? Еще жуткая кукла. Ну ладно. Оладушки. Оладушки. Что-то блинов захотелось. Ля-ля-ля. Здрасте. Это мне? Конечно же. Где же будут работать телефоны в таких-то засранных старых домах? Что это? Простынки. Ты бы взяла, а? Мало ли бинты придется сделать. Так, карта, 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 карта. О, гостевой домик. Ну, что в гостевой домик. Так. Подывыл. Ванна. Ванна, 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 ванна. Тут ванна-то должна быть. У тебя нет случая малома, дружище? Ты тут подозрительную дверь нашла. О, пошли аптечки. Как мне это все не нравится, а? Кто бы знал. Кто там долбится? Не, я не буду открывать. Я еще не настолько долбанулась. Найдите Мию. Без оружия.
Серьезно. Ну ладно. Ты говно мне не дашь прохода, да? Ясно. Бляха. Давай найдем оружие, дети, братишечка. Я не хочу к ним спускаться. Ты же знаешь, что тебя убьют. Да. Тебя убьют. Мия. Ох, ебиц. Мия! Фу! Фу, Мия, положи нож! Мия, фу! Фу, Мия! Фу! Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу! Плохая Мия! Фу, Мия! Ау. Мия, фу. Я слышу. Очнулась, блин. Как она снова пробирается в меня. Тебя убить? Оставь меня в покое. И я в покое. Так мне надо. Убиваться-то зачем? Эй, контрол, контрол. Да, она мертва? Ладно, где тут нож? Нож где выронила, говорю. Ой, блядь! Я ухожу, ухожу! Только отстань от меня. Ой, бляха. Да уйди ты от меня. Ой. Да, Мия, твое раздвоение личности тебе на пользу не пошло. Топор забери. Мы вообще-то безоружные здесь ходим. Мало ли сколько таких Мий еще здесь. Ладно, пошли к телефону. Чувствую, Мия скоро встанет. Знаю. Что за хуйня здесь творится? Меня зовут Зои. Через чердак можно выбраться. Чердак? Иди туда. Живо. Чердак? Так. Туда иди. Куда туда? А, на чердак, да. Иди живо на чердак. Я даже спорить не собираюсь. Я все, что могла, уже осмотрела здесь нахрен. Давай сохранимся. Ебану его в пень. С голой попой рисковать. Здоровьем. Так. О, смотри. Ты издеваешься, да? Пойди туда, не знаю куда. Найди тут гребаный выключатель. Вставь
Мафио туда, зная куда. Нормальная ситуация. А мы даже без топора. Что это? Раковина. Ясно. Что это? Давай. Ну-ка. Кусь эту цепь. О! Слава тебе, Господи. Мия! Здравствуй, Мия! Чел, возьми сковородку. Чел! Чел не берет сковородку, мне это не нравится. Ладно. Так, мне это очень сильно не нравится, но я пойду все равно. Так, хорошо. Пойдем, пойдем, пойдем отсюда. О! Спокойно, это я. Временно. Я знаю, это не нарочно. Что у тебя за спиной, женщина? Все равно не стоило. Уйди от меня! Давай, давай, сиди. Бляха. Тащи ее! Тащи эту отвертку! Ох, ебать! Бей ее! Ну, пиздос на выезде. Туда? Давай, Хеф. Нужно как-нибудь это закрытие. Так, мы потеряли руку. Нас это вряд ли устраивает. Ну что поделаешь? Как ты думаешь, мы стечем коровье к моменту, как к тому моменту, когда докуда-нибудь доберемся? Нормальная ситуация, он бы уже потерял сознание. Но это же игра, правда? Но тут Мии пока нет. Патроны. Пиздолет. Ага, сейчас буду я стрелять напрасно. Если в ящиках нет патронов, я их даже трогать не буду. Ставлю на лучшие времена. Патрошки. Тут было двое? Надеюсь, манекены здесь не ходят. Ты потише себя вел. Патрошки. Чувствую, грядет что-то нечто жопное. Блять. Фак. Да я пытаюсь, ты меня не пускаешь.
Да, блядь. Блять. Так уничтожай без меня. Да я пытаюсь, ты не даешь. Отстань от меня! Ну, ох, вы погибли. Ладно, хорошо. Хорошо. Это был канал No Comments Paradox, игра Resident Evil 7. Если вам понравилось, то ждите следующее видео. А так, хорошего времяпровождения, услышимся в следующем видео. Если у вас есть совесть, то ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь, если не подписаны. И, в общем-то, хорошего времяпровождения. Пока.